пор, как Ариан Хан был арестован Бюро по контролю над наркотиками, проведенного на круизном лайнере у побережья Мумбаи, резиденция Шарукхана Манат окутана мраком. Сессионный суд в Мумбаи в очередной раз отклонил ходатайство Ариана об освобождении под залог. Согласно последнему отчету, пугающее чувство отчаяния и безнадежности охватило Шарукхана и его семью. Даже его близкие друзья теперь считают, что Ариана в ближайшее время могут не выпустить под залог. В обстановке напряженности 2 ноября приближается день рождения Шарукхана. Источник, близкий к Шарукхану, сказал: «Не только день рождения Шарукхана, но и день рождения Ариана также приближается 13 ноября. Мысль о том, что Ариан проведет свой день рождения в тюрьме, вызывает у всех нас приступы паники. Поэтому Шарукхан просит своих поклонников не собираться у него дома в это время, как они делают каждый год. Он не будет праздновать день рождения и Дивали. Поскольку Ариан Хан в настоящее время находится в специальном бараке в тюрьме Артур Роуд, Шарукхан был замечен за пределами тюрьмы, приветствуя женщину и других со сложенными руками, когда он шел на встречу со своим сыном. Похоже, это его первое публичное появление с тех пор, как Ариан был арестован. Ариан входит в число 7 арестованных NCB 3 октября. Им были предъявлены обвинения в преступлениях, предусмотренных разделами 8, 20, 27, 28, 29 и 35 в соответствии с законом о наркотических средствах и психотропных веществах. В предыдущих отчетах сообщалось, что родители Ариана отправили ему денежный перевод в размере 4500 рупий на расходы в столовой, поскольку ему не разрешали есть домашнюю еду.